Господи, красота-то какая. Все смотрю на Волгу, но смотреться не могу. Какая в природе красота разлита. Да, типа того. А это кто там так руками машет, кудряш? Это мэр наш Дикой. Боря племеша ругает. Нашел место, а? А что, ему везде место. Ему скажет кто-нибудь что. Вон Боря-то у него на иждивении, вот он на нем и ездит. Да, такого человека, как Савел Прокофьевич, еще поискать надо. Живого закопают. Ну, такой осторожный. Он же мэр, начальник. Жаль, у него дочки все малолетки. Больших-то ни одной нет. А то чё бы? Я б его уважил. То-то он хотел тебя в армейку сдать. Хотел, да не сдал и не сдаст. Ты что, чуй своим носом, что дёшево я свою голову не продам. Это вы его боитесь, ребята, а я знаю, как с ним разговаривать. Уэлли. Чё, Уэлли? Чё тут Уэлли? Я ж типа грубияном считаюсь. Чё он тогда меня держит своим водилой, а? Я его не боюсь. Он меня пусть боится. И чё, на тебя не наезжает? Ну, он без этого жить не может. Да не спускай, он слово, я 10. Плюнет и поедем дальше. Я перед ним рабствовать не стану. Ура, Савел Прокофьевич! Савел Прокофьевич! С праздником, мои дорогие сограждане! С днем города, калиновчане! Праздник же. Ты же сам его устроил, дядя. Чё дома-то сидеть? Найдешь дело, коль захочешь. Я тебе раз сказал, два сказал, не попадайся мне на глаза. Нет, тебе все не имется. Куда ни пойду, везде ты. О, какая молодец. Вот. Поприветствуйте юную калиновчанку. Возможно, будущий мэр нашего города подрастает. Вот какой молодец. Никак не умею. Ну что стоишь, давай, как столб, тебе говорят, нет? Я и слушаю. Что же мне еще-то делать? Да провались-то. Я ей говорить с тобой не хочу. Чего ты привязался? Чего ты привязался ко мне, а? Подлежь. Да, сам покажу. Чего встал в машину? Бегом, бегом. Только сейчас попрощаюсь, товарищ. Борис, еще тебе нормально вот так вот жить и хрень все сносить? Да ненормально. Тюрьма. Ты скажи, что ты не уезжаешь-то? А чего же не сказать-то? Знали ли вы, ребята, бабушку мою, Анфису Михайловну? Разозлилась она на отца моего за то, что он женился на иностранке. Поссорились они. Ну, родители уехали жить в Лондон. Воспитывали нас родители хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отправили в коммерческую академию, а сестру в пансион. Да оба вдруг и погибли в аварии. Мы с сестрой сиротами остались. Потом через месяц позвонили и сказали, что и бабушка умерла. И оставила наследство немалое, чтобы дядя выплатил часть, какую следует, когда мы достигнем совершеннолетия. Однако ж он сначала наиздевается над нами, а топчется, как его душе угодно. А кончится все тем, что ни копейки не даст. Или так, какую-нибудь малость. Да и будет потом по всему городу рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало. Ну, это уж у него так устроено, Боря. Знаешь, у нас никто и заикнуться о бабле не смеет. Изругает, на чем свет стоит. А еще говорит, ты откуда вообще можешь знать, что у меня в голове? Может, ты можешь в душу ко мне заглянуть? Ты знаешь, может, сейчас приду в такое расположение, что тебе 500 тысяч дам. Да. Вот и поговори с ним, иди. Только знаешь, за все это время он до сих пор в такое, Борь, расположение ни разу и не... Причать поделать, Борь. Мы занимали, ребят. Где вы занимали? Ребят. Балде вам надо. Здорово, здорово, пацаны, здорово. Спокойно. Мы занимали, ребята. Я вообще не против, я работаю за идею. Я на тебя надеюсь. Спасибо. Мне денег не надо. А можно я? Забери мои деньги. Эх, Кулигин.
Больно трудно мне здесь без привычки-то. Понимаю. Нет, я понимаю, что это все наше русское, родное. А все-таки не привыкну никак. Да, не привыкнешь никогда, Борь. Не привыкну? А чего же? Да жестокие нравы в нашем городе, Борь, жестокие. И никогда нам не выбиться из этой коры. Что значит не выбиться из коры? А то и значит, Боря, что нравы в нашем городе жестокие. Ну, обычаи. Я тут диск записал. Хочешь послушать? Давай. Только сними на телефон, я хочу на YouTube это залить. Хорошо. Ладно? Жестокие нравы, жестокие. В мещанстве миром правят недалекие. Грубиянство похлеще, чем в жизни стольной. Не узреть вам ничего, кроме бедности нагольной. Нереально из этой выбиться коры. Надежд у многих, но лишь только до поры. Все, кто честны, остаются без еды. А у кого в кармане деньги, тот владелец бедноты. На чьи труды он будет крепко пить и пировать. Красиво жить и еще больше наживать. Вам сказать, как отвечал ваш дикий дядя Савел Прокофьевич губернатору в глаза глядя. Послушай, брат, считай ты мужиков нормально. Каждый день приходят жалобы повально. Ответом стоит ли нам с вами рассуждать? Им что копейка, что пять, мне капитал наживать. И нету вариантов, сударь, выбраться из этой коры. Сударь, выбраться из этой дыры. Сударь, выбраться из этой норы, добрый сударь. И нету вариантов, сударь, выбраться из этой коры. Сударь, выбраться из этой дыры. Сударь, выбраться из этой норы, добрый сударь. И нету вариантов, сударь, выбраться из этой коры. Сударь, выбраться из этой дыры. Сударь, выбраться из этой норы, добрый сударь. Ну, в общем, как-то так. Да ты умеешь стихами. Я по-старинному люблю. Знаешь, Ломоносов, Державин. Вот Оксимирон не очень мне как-то, честно. А Ломоносов — певец природы. А еще Lil Pump крутой. Слыхал? Пекуша, здравствуйте. Здравствуйте, милая девушка. Я корреспондент городской службы новостей Калинов ТВ Купушкина Мария. Да? Разрешите пару слов? Да. Мы все знаем, что вы звезда рейтингового телепроекта «Битва экстрасенсов». Да. Вы приехали к нам в честь празднования Дня города. Да. А ведь кроме того, вы здесь родились и выросли? Да. Как вам на родной Калиновской земле? Малолепие, милая. Малолепие. Красота дивная. Да что уж и говорить, в обетованной земле живете. И горожане-то все, люди-то какие благочестивые, добродетелями многими украшенные. Щедростью и благодеяниями многими. Да я так довольна, матушка, так довольна, по самое горлышко. За наше неоставление им еще больше щедрот прибавится. А более всего дому Кабановых. Матушка Марфа Игнатьевна. Благодетельница! Заждались, Петруша! Заждались! Здравствуй, Тиша! О, благодарствую, Катенька, ну, с утра, ну! Ну, за оставление грехов наших! Даже ты кишок побрал! Ну, пойдем! И бочки-то какие славные. Благодарствую, милая. Катя, ты уснула, что ли? Нет. Пойдем. А Кабанова, она что за женщина? Ханжа, Борь. Бедно подает, а домашних совсем заела. Ханжа. Я вот сейчас думаю, где мне денег взять. Может, там какого-нибудь спонсора или покровителя найти. На что тебе деньги? Да у меня трек есть крутой. Перпетум мобили называется. Вот хочу клип снять, выложить на YouTube. Может, прославлюсь, там стану по городам ездить, понимаешь? Денег зарабатывать, в общем. Да, деньги очень нужны. Ну да. Но я не себе, Борь. Не-не-не. Я все пущу на общество. На развитие нашей культуры. Знаешь, какой-нибудь фонд, что
чтобы нашим независимым художникам, музыкантам, поэтам давать, чтобы они народ просвещали, добро учили. А то живем же в дикости, в варварстве. А так того и гляди, наладится тут как-то. Да, нравы? А трек этот «Перпетуум мобили» твой, как думаешь, зайдет он народу? Боря, это бомба. Я тебе точно говорю. Осталось только денег найти. Животные – это не еда, сударь. Животные – это не еда, сударь. Животные – это не еда, красота. Приходились бы вы, не понимаете либо, какая красота природы создана. Животные – это вам, сударь, не еда. Глаза, ресницы, сердце и душа. Мы веганы, сударь, мы веганы. Честное сердце, все дорожки изведаны. Какая красота в природе разлета. Мы веганы, сударь, мы веганы. Чистые глаза, но мясники вы спеты. Какая красота в природе разлета. Мы веганы, сударь. Какой хороший человек. А я влюбился в замужнюю женщину. Родители строги с вами бывают, ведь от любви ты бронят. Все добру хотят научить, а это нынче не нравится. Вот и пойдут детки по людям славить, что мать ворчунья, что мать прохода не дает, что мать со свету сживает. А упаси Господи, не угодить словом невестки, так и пойдет разговор, что свекровь заела совсем. Мамань, да раз так говорит кто? Не слыхала. Нашла место наставления читать. Не слыхала, мой друг. Лгать не хочу. Да если бы слышала, так бы я с тобой заговорила. Вот грех-то какой. Недолго и согрешить. Вот пойдет разговор близкий к сердцу. Сразу рассердишься, согрешишь. Ой, знаешь, мой милый, говори, что хочешь. Не закажешь никому говорить. Глаза побоятся, так за глаза станут. Мама, не отсохни язык. Ой, не божись, грех. Я же вижу, что ты жену-то больше, чем мать любишь. С тех пор, как женился, любви-то я прежней к тебе уже не вижу. И в чем же ты эту мамань видишь? Да во всем. Я что, глазами не вижу? У меня сердце вещен. Мать-то все сердцем чувствует. Или жена тебя от меня отводит? Я даже не знаю. Да не-не-не, ты что, помилуй. Да мне, мам, все одно, что родная мать, что вы и тихо вас любит, правда? Ага. Мне кажется, что говорит-то, если тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка. Уж не обижу, небось. Это сын мой. Ты не забывай. Ты чего? Выскочила-то? На глазах появились. Хочешь всем показать, как ты мужа любишь? Да мы знаем, знаем. На глазах-то ты это всем доказываешь.
Вы напрасно мне, Марфа Игнатьевна, наговариваете. Я что при людях, что без людей, все одна и ничего из себя не доказываю. Ну, я вообще об тебе говорить-то не хотела. Так к слову пришлось. Хоть и к слову. Зачем же вы меня обижаете? Эка птица. Я обиделась сейчас. Да ни за что-то кому приятно. Я знаю, знаю. Знаю, что не по нутру мои слова. Ну что ж делать-то? Я же вам не чужая. Мне же вам вас сердце ляжет. Я вижу, что вы давно хотите на волю-то. Но ничего, вы дождетесь. Поживете на волю без меня. От меня не будет. Ну ничего, будете делать, что хотите. А может, и с меня вспомянете. Теперь до меня ли? На тебя он. Жена молодая. Так одно другому не мешает. Жена сама по себе, а к родителям я сама по себе почти не имею. Так ты что ж, жену на мать поменяешь? Ни в жизнь не поверю. А для чего мне менять-то? Я обеих вас люблю. Дурак! Вот видишь ты, вот всегда мне из-за тебя достается от матери. Тише. Чем же я-то виновата? Ну, а кто же виноват-то? Ну, я уж не понимаю. Каэш, где ж тебе понять-то? Не, ну главное, раньше мать все приставала. Женись, Тише, женись. Поглядел бы я на тебя, на женатого. Вот. А теперь все поедом ест. И прохода не дает. Все из-за тебя. Да что, она что ли виновата? Мать на нее нагоняет, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне на тебя смотреть. Слышь, мелкая, ты это, не борзей. Ну, а что мне делать-то? Ладно, молчишь. Ну что ты там стоишь, переминаешься? Вижу я, что у тебя на уме. Да? Ну и что? Дикому хочется, крестным, выпить с ним. Мне? Ну, да. Тиш, ты давай только поскорее возвращайся, хорошо? Чтоб свекровь не бронилась опять. Да и нам даже неохота из-за тебя люлей огребать. Мы сейчас на трамвайчике круг дадим, пока погода стоит. Через полчаса встречай нас тут. А, то есть я это, да? Все, я мигом. Ты, стало быть, любишь меня? Да чего же мне тебя не любить-то? Спасибо тебе. Я тебя тоже люблю до смерти. А знаешь, о чем я подумала? О чем? А чего люди не летают? Че? Я говорю, почему люди не летают, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Вот сейчас бы разбежалась, подняла бы руки и полетела бы над водой. Попробовать, может, теперь? Че ты выдумываешь-то? Какая я резвая была. А с вами завяла совсем. Думаешь, я не вижу? Ах, Варя, грех у меня на душе. И сколько я плакала, что я с собой только не делала, никуда мне от него не деться. Ведь это страшный грех, что я другого люблю. Другого полюбила. А Тихон? Что? Мне его жалко очень. Значит, не любишь, коли жалко. Да и не за что его любить, надо правду сказать. Зря ты от меня скрываешься-то. Давно я заметила.
что ты в другого влюблена. Ты заметила? Смешно. Что я маленькая, что... Ты как его увидишь, вся в лице переменишься. И кто же это? Борис Григорьевич, племянник Дикова. Да, да, это он, Варя. Только я прошу тебя, ради бога, Варя. Ну что ты? Ты сама только смотри, не проболтайся. Да врать-то я не умею. Ничего скрывать не могу. А здесь без этого нельзя. Ты вспомни, где ты живешь. У нас весь дом на этом держится. Ой, мать, надает нам люлей. Девчонки, сигаретки не найдется? Здравствуйте, Александра. А можно с вами сфотографироваться? Давайте, конечно. Что, красавица, что здесь делаете? Молодцов, поджидаете кавалеров, да? Красота-то ваша вас радует? Красота-то знаете, куда ведет? В омут. Вот прям в омут туда ведет красота, да. Чего смеетесь? Не радуйтесь. Все в огне гореть будете неугасимым. Все в смоле будете кипеть неутолимой. Красота-то вон куда ведет. В омут. Спасибо. Варька, ты что ли? Угу. Я не признал тебя в потьмах. Ну, Марфи Гнетне, привет передавай. Я зайду к вам завтра, зайду. Угу. Да. Угу. Пошли, ребятки. Да бред это все. Сама с молоду грешила. Ты послушай, что они люди-то говорят. Вот она боится умирать и пугает всех. Все в огне гореть будете. И все-таки испугалась я сильно, вся аж дрожу. Еще гром, молния сверкает. Аж сердце все зашлось. Ой, очень надо ее слушать. А я вот боюсь. Да эта мать все поддерживает ее предвыборную кампанию. Ешь, молись, почитай старших. Женсовет они собирают по пятницам. Наблюдение за моральными устоями, предупреждение разводов, разовых ситуаций. Сами бабы старые соберутся, хряпнут водки и сидят кости перемывают всему городу. Да и ты тоже как маленькая. Тетки плаумные она боится, грозы вон и той боится. Чудная ты. Да не то ж страшно, что молния меня убьет, Варя. Страшно, что смерть меня настигнет такой, какая я есть. Со всеми моими грехами и лукавыми помыслами. Страшно, что я перед Богом окажусь вот такая, как есть, после разговора этого. Вот что страшно. Где ж тихо-то? Блин, девчонки, простите. Дядя задержал. Феклуша, вот тут спрашивают, а греха-то вы не боитесь? Нельзя, матушка, без греха. В миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка. Вот вас, простых людей, каждого один враг смущает, а нам, странным, кому по 6, а кому 12, представленные надо на всех победить. Феклуш, скажите, а вот много где вы были? Да нет, милая, по немощи моей я много не странствую, а вот слыхать я много слыхала. И не из ваших интернетов, а от умных людей. Говорят, что есть такие страны, где и правителей нет православных, а землей салтаны правят. И вот сидит в одной стране на троне салтан Махмуд Киевский, а в другой салтан Махмуд Сирийский. И суд они творят, милая девушка. И все, что они судят, все неверно. И за что не берутся они, то все судят неправедно. У нас закон праведный, а у них неправедный.
И все, что по-нашему так выходит, по-ихнему все напротив. И все их судьи в ихних странах все неправедные. Так им даже, милая девушка, в просьбах пишут. Суди меня, судья неправедный. А то есть еще такие страны, где все люди... За неверность! За неверность? А я сяду... Сиюзица! С пящими головами! Ну, талант! Здрасте, Феклуша. Работаешь, да? Что делаешь, милая? Хозяин на дорогу собираю. А что, куда собрался Свет наш Тихон Иванович? Собрался, тетя Фекуша, едет. Надолго? Не надолго. На скатерти ему дорога. Отпустил вроде. А что, хозяйка-то молодая, выйти-то будет? А? Не знаю, тетя Феклуш, не думаю. Но она как-то у вас выйдет-то, а? Не замечала. Ой, ну жалко. Я больно люблю послушать, коли кто выйдет хорошо. Ладно. Если никто выйти-то не будет, пойду к себе в комнату. Богу помолюсь. Ой. Глаш, там такси сейчас придет. Неси мне сумку. Чемодан мы сами дособерем. Я вчера Бориса встретила. Грустный такой. Ходит, как опущенный в воду. Может, там встретиться, поговорить? Ты бы его успокоила. Незачем нам встречаться. Он скучный такой. Да что ты мне все время говоришь про него? Не говори о нем, сделай милость. Я и знать-то его не хочу. Я мужа буду любить. Тише. Голубчик мой, ни на кого его не променяю. Вот я даже думать о нем не хотела, а ты меня смущаешь. Да и не думай, кто ж тебя заставляет. А не думай. Говоришь, не думай. Сама напоминаешь. Думаешь, я хочу о нем говорить? Что делать? Если из головы не выходит, вот стоит перед глазами прям. И хочу себя побороть, да не могу. А знаешь, что вчера ночью? Мне словно бес нашептывал прям, и Борис прям перед глазами, и так. Ой, я чуть из дома не ушла. Да жалко мне, что ты себя так изводишь. Какая-то мудреная, ладно, бог с тобой. По мне так делай, что хочешь, лишь бы что-то докрыто было. Нет, я так не хочу. Я уж буду терпеть, пока терпится. Ну что, все помнишь, что я тебе сказала? Смотри, помни, на носу себе заруби. Помню, мамань. Ну, теперь все готово.
Осталось тебе попрощаться, ну и с Богом. Пора, мамань. Ну? Чего? Ну, что ты молчишь, ты разве порядок забыл? Приказывай жене-то, как ей жить без тебя. Да она и сама знает. Разговаривай еще, приказывай. И так, чтобы я слышала, что ты приказываешь, а потом приедешь и спросишь, все ли она исполнила. Слушайся, Катя, маму. Вот. Скажи, чтобы не грубила свекрови. Не груби. Вот. Чтоб почитала свекровь, как родную мать. Почитай, Катя, маму, как родную. Вот. Чтоб не сидела сложа руки, как барыня. Работай в ресторане без меня. Вот. Чтобы в окна глаз зря не пялила. Да когда же маманя, она... Ну-ну. Варвара! В окна не гляди. Вот. Чтоб на парней молодых не заглядывалась без тебя. Да что же это, мамань, ей-богу, а? Поломайся еще. Можно исполнять, что мать говорит. Все лучше-то, когда приказано. Не заглядывайся на парней без меня, Кать. Ну, теперь про между себя поговорите, если что нужно. Идите в комнату. Да чё ты такая? Ну, прости меня. Ух, с тобой. Обидела она меня. Ой. Все к сердцу-то принимать, а так засохнешь скоро. Чё её слушать-то? Она говорит, а ты мимо ушей пропускай. Все, прощай, Катя. Тише, пожалуйста, не уезжай. Не уезжай, прошу тебя, ради бога, не уезжай. О, Господи. Кать. Да нельзя, Кать, ну нельзя. Ну-ка, меня мать отправляет, я же не могу не поехать. Ну тогда возьми меня с собой. Нет, не-не-не, ты что, нельзя? Почему нельзя? Да тише. Почему? Ты что думаешь, мне что, весело, что ли, с тобой ехать? Да меня тут задолбали уже все. Я только мечтаю, как вырваться-то. А ты еще навязываешься со мной. Неужели ты меня разлюбил? Ой, Кать, ну не разлюбил. Не разлюбил, не разлюбил. А с этой-то неволе от какой хочешь красавицы жены уедешь. Кать, я же все-таки мужчина. А вот эдак всю жизнь жить под матерным каблуком и деньгами, так и от жены убежишь. Я как подумаю, что недели две надо мной никакой грозы не будет. Кандалов этих на ногах нет. Ты что, мне до жены, что ли? Да как же мне любить-то тебя, теперь, когда ты такие слова говоришь? Ой, слова. Слова как слова. Какие мне еще слова говорить? Кать, ну чего ты боишься? Ты же не одна остаешься, ты с мамочкой. Да не говори ты мне о ней. Не дерзай мою душу. Куда мне теперь, бедной, деваться-то? За кого ухватиться, Тиш? Господи, за столб ухватись. Тише, погибаю я. Я другого полюбила. Чё? Чё ты тут бубнишь-то? Не слышу ничего. Ну тогда возьми с меня какую-нибудь клятву, Тиша. Катя, ну какую клятву еще? Ну все, мне пора. Мама! Стой. Пожалуйста, милый, стой! Чтоб не смел я ни под каким видом ни с кем не говорить без тебя, не видеть, что даже думать не смела ни о ком, кроме тебя. Да зачем это, а? Ну, милый, успокой мою душу, ради бога, прошу тебя. О, Господи! Ну как можно за себя ручаться-то, а? Мало ли может что в голову прийти. Не бывать мне на могилу отца и матери. Умереть мне без покаяния, если я... Катя! Ну что ты как сумасшедшая какая-то, а? Все! Тише. Мама! Тише, прошу тебя! Мама! Стой ты, Господи, пожалуйста! Мама! Тише! Мам! Все, попрощались мы. Ну все, тихо. Пора. Поезжай с Богом. Садитесь все. Ну, прощай. Прощай, мамань.
В ноги. Вот. Женой прощайся. Прощай, Катя. Ну что ж ты на шее-то виснешь, бесстыжая? Не с любовником же прощаешься, он муж тебе, глава? Или закона не знаешь? В ноги кланяйся. Вот. Прощай, сестра. Прощай, Глаша. Прощай, маманя. О, прощай, жучка. Не юродствуй. Прощай. Долгие проводы, лишние слезы. Какая скука. Хоть бы дети чьи-нибудь. Да вот же горе, детей-то у меня нет. Буду каждый день в церкви ходить? Да милостыню нищим подавать. Пусть они помолятся Богу за меня. Да. И вот еще. Буду каждый день ролики записывать. Тише обращения. Под музыку. Нарядная. С прической. И выкладывать у себя на странице, чтобы он видел. Ну вот. Так, гляди, время пролетит и тише вернется. Катя, я гулять иду. Пойди-ка сюда. У меня ключ есть от калитки за садом. А я Бориса увижу. Скажу, что к калитке приходил. Нет. Не надо мне. Возьми, не укусит он тебя. Ты что задумал? Ты бесстыжая. Ну, некогда мне разговаривать. Мне гулять пора. Руки-то он жжет. Господи. Хоть бы ночь поскорее. Последние времена, матушка. Марфа Игнатьевна, последние. Вот по всем приметам последние. Это еще у вас в городе райтишина. А по другим городам-то так это просто Содом. Ну, шум, беготня, езда беспрестанная, пробки. Народ тут так и снует. Один туда, другой сюда. Да, что времена-то такие настали? Все, что угодно может произойти. Тяжелые времена, матушка. Тяжелые? Марфа Игнатьевна, тяжелые. Ой, тяжелые времена. Когда благодетельница-то есть. Полегче, небось. Вот. Ну, вот тебе. Вот. Это тебе за выступление даешь, за приезд от нас. Сан Пахнутиной. Благодарствую. Потом еще будет столько же. Дело мне к тебе есть. Чем смогу, матушка Марфа Игнатьевна, по немощи моей.
Вот и зверь. Прямо ловца пожаловал. Кум, что ж ты бродишь так поздно? А? Кто мне запретит-то? Вот видно, что некому. Значит, нечем с вами и базарить. Че, я под началом, что ли, у кого? Ты язык-то попридержи. Найди подешевле меня. Мы для тебя дороги. Александр пахнуть на Феклуш, пошли домой. Постой, кума, и не сердись. Успеешь еще дом-то быть. Дом-то твой чай не за горами. Вот он. Ну, поговори со мной, чтобы у меня сердце прошло. Ну, ты одна во всем городе умеешь так со мной поговорить, чтобы я прям... Любезная Александра Пахнутина, пожалуйте ко мне домой. Феклуш, иди, распорядись, чтобы закуску приготовили. Ну что, чем тебя разозлили-то? Свалился, как снег на голову, племянник мой Борис. Да не один свалился, а с сестрой, с малолеткой. Вот они у меня наследство-то все это выпрашивают, просят. По завещанию матушки моей покойной Анфисы Михайловны. Покой, Господи, ее душу. Эк, Савел Прокофьевич. Весь город уже судачит об этом. И вот я тебя, они же по всему городу растрезвонили. Теперь я понятия не имею, как мне из этой беды-то выпутаться и лицо при этом стараться сохранить должностное. Ну, хорошо. А если бы я вдруг тебе помогла, Савел Прокофьевич? Ну, если вдруг решила бы твой вопрос? Тогда что? Ты? У меня есть человек особенный. Ты? Заговорит, наворожит, путем проведет. А если надо, чары наложит. И так человеку руки-ноги окрутит, что он ходит сам не свой, без воли совсем. Че, ведьма, что ли? Экстрасенс. Заслуженная. Да ведьма, ведьма. Будущее может предсказать. Поможет, поможет. Дело верное. Погоди, кума. Что ты от меня за это хочешь? Ресторанный. У тебя в аренде. Ну, у города. Архитектурный памятник. А напротив флиги, заброшенная библиотека бывшая. Я хотела бы приватизировать и его, и флигель. Я бы там ремонт сделала. Мы бы женсоветы проводили. И городу благочестие. Чем твой вопрос? Но сначала мы порешаем. С Боренькой, племянником. Угу. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено. Пожалуйте. Заходи. Откушай. Посиди с нами. Кум. Короче, парни, походу Савел Прокофьевич тут, видно, до утра завис. Так, я пойду пройдусь. Вы меня наберите, если что. Я вернусь через 5 минут. Да? Давайте. Эй, парень. Знаешь овраг за Кабановым садом? Знаю. Приходи туда сегодня. Зачем? Какой ты глупый. Приходи, и знаешь зачем.
них салюты фигачат, а? Ишь ты, смирный тихоня. А сам тоже в загон пошел. Кудряш, ты? Я, Боря, я. Зачем это ты здесь? Я-то зачем? Стало быть, надо, коли я здесь без надобности бы не пошел. Тебя-то куда Бог понес? Вот что, Кудряш, мне бы нужно здесь остаться, а тебе-то, я думаю, все равно. Ты можешь идти в другое место. Чего? Нет, Боря, я вижу, ты тут еще в первый раз, а у меня тут место насиженное и дорожка сюда протоптанная. Я тебя, брат, люблю и на любую для тебя услугу готов. Но ночью ты на этой дорожке со мной не встречайся, чтобы не приведи Господи, какого греха не случилось. Уговор дороже денег. Ты че, Ваня? Че, Ваня? Я знаю, что я Ваня, а ты иди своей дорогой, вот и все. Слышь, запомни, чужих телок не трогай. Заведи себе свою и гуляй себе сам, никому до тебя дела нет. Да чужих не трогай, здесь так не принято. Тебе парни ноги попереломают, я тебя вообще не знаю, что сделаю. Я тебя кадык вырву. Ты че, я не думал отпивать тебе девушку. Я бы не пришел сюда, если бы мне не велели. Че? Кто это? Кто? Не знаю, не разобрал в темноте. Дошла девушка, говорит, что сюда шел. Сзади сада кабан, где тропинка. Вот я и пришел. Светленько. Я говорю же, темно было, не разглядел. Не разглядел? Кто же такая? Послушай, Кудряш. Мне нужно поговорить с тобой по душам. Ты не разболтаешь? Да давай говори уже, не бойся. У меня все равно, что умерло. Я здесь ничего не знаю, у вас ни обычаев ваших, ни порядков. Влюбился, че? Полюбил. Замужняя. Ну, Борь, это бросить надо. Мне бы только видеться с ней. Больше ничего и не надо. Ой, а как за себя поручиться-то, братан? А? Она-то тебя любит? Не знаю. Да ты хоть виделся с ней вообще? Но я ходил к ней, с дядей. Погоди, так это что, Кабанова молодая, что ли? Она. А, ну... Вот она что. Ну, честь имею поздравить, братан. С чем? С чем, с чем? Тебе сюда сказали идти, значит, дело на лад-то идет. Ты думаешь, она сказала? А кто еще? А кто еще, Борюсик? Думай. Со второй-то Варварой я здесь встречаюсь. А ты, парень, жди здесь, дождешься чего-нибудь. Чего так долго, я не понял. Знаешь, что ждать? Сейчас. Борястый? Это вы, Катя. Спасибо, что пришли. Если бы вы знали, Катя, я люблю вас. Не трогайте меня. Не трогайте. Не сердитесь. Сами меня позвали. И что я себе готовлю, а? Где мне место-то теперь? Успокойтесь. Ты меня погубил. Господи, на чем же? Ну вот мы просто встретились тут. Бросишь дом,
ваша воля была на то. Нет у меня воли. Если была у меня своя воля, не пришла бы тебе. Твоя теперь воля надо мной. Делай со мной, что хочешь. Катя. Этого прикольно придумали. Через калитку лазать. Все, я. Ну, а кто же еще? А мать не хватится? Да ей волк-то не улетит. Да и что? Глаша на стреме, если что. Сегодня точно все ровно будет. Угу. Твоя матери гость, короче. А ты откуда знаешь? Сам привез и высадил. Дикой. Он самый. На ночь глядя, наверное, будут возносить совместные молитвы. Да, стоп. Видишь, выкладывай, ну! Разорение. Бой и мундиры! Шары огненные! Бой, мундиры! Огонь! Стоп, какие мундиры? Мундиры-то здесь при чем? Да с неба на нас упали мундиры и береты, и по круг, где бой был, везде, повсюду курганы насыпаны. Береты, мундиры, смола! Бой, мундиры! Огонь! Бой, мундиры, береты, как отнял лоб-то колокол, и как я сам-то не сообразил. Ну, под носом же лежал, а это не клуша. Вот так Борьку-то и спровадим. А завтра? И завтра, и после, и всегда. Мы свободны, мы резвы, как течь. Ах, сердца у нас так бился, и от счастья слезы льются от того, что все вокруг смеются. Из пластмассы люди Что звонила-то? Что мне с Катериной теперь делать? Скажи на милость. А что с ней? Да Тихон, муж ее приехал. Не ждали его, он приехал. Нет, я не знал. Она сама не своя сделалась. Видно, только я и пожил с ней 10 деньков, пока его не было. Уж теперь не увидишь ее. Вот ты какой. Я, ты о ней подумал? Дрожит вся, как будто ее лихорадка бьет. Бледная, глаза как у помешанной. Как начала утром рыдать, так и плачет весь день. Что мне с ней делать-то? Да, может, не ожидала, она испугалась, пройдет. Да говорю тебе. Она глаза на мужа не смеет поднять. Мать это стала замечать, смотрит на нее, так змеей косится. Ох, боюсь я. Чего ж ты боишься-то? Да она у нас, знаешь, какая чудная. Таких дел наделает, что... Ну что она может сделать-то? Да вот так бухнется мужу в ноги и расскажет все. Расскажет? От нее всего что угодно можно ждать. Где она теперь? С мужем на бульвар пошли. И мать с ними. О, гром гремит. Гроза что-то собирается. А вон они идут. Даром не пройдет. Верно тебе говорю, потому знаю. Или убьет кого, или дом горит.
Посмотри, какой свет необыкновенный. Варя! Варя! Страх, ну, что ты? Ой, боюсь. Убьет меня Варя. Успокойся, тише. Соберись, соберись. Тише. Тот-вот. Надо жить-то всегда. И быть готовым ко всему, тогда страха-то бы и не было. Да какие же у нее, мамань, такие грехи особенные могут быть? Все такие же, как у нас у всех. А да? Это она так от природы боится. А ты почем знаешь? Чужая душа потемки? Ну, уж коли без меня что-нибудь. А со мной, кажись, ничего не было. А может, и без тебя? Да? Тогда, Кать, покайся лучше, коли в чем грешна. Шалишь? Все узнаю. О. Ты мне шутки-то шути издумал, дурак. Голубчик мой, тише-ка, послушай. Ну что ты пристаешь-то все к ней? Ты не видишь, разве ей без тебя тяжело? Здрасте. Чего ты испугалась-то? Это ж знакомый. Борис Григорьевич. Вот. Как здоровье? Все пучком? Слава богу. А? Гляди, Катя. Гром гремит, а грозы, может, и не будет. Сейчас домой пойдем. Как небо-то затянуло, а? Прям как шапкой накрыло, там что-то в тучах ворочается, как живое. Прям к нам идет. О, смотри, как молния сверкает. Того и гляди, убьет кого-нибудь. Страху-то. Что он говорит? Убьет кого-нибудь? Да не бойся, Кать, ты что? Он мелит почем зря, что в голову придет. А ты старше-то не осуждай, они побольше тебя знают. Старый человек всегда на все приметы имеет. Просто так на ветер слов-то не кидает. Я знаю, кого убьет. А ты почем знаешь? Ты уж молчи лучше. Меня убьет. Вы уж молитесь за меня потом. А чего вы испугались-то, скажите мне на милость? Ну правда, сейчас каждая травинка, каждый цветочек радуется. Вы все прячетесь и боитесь, как напасть какой. Гроза убьет. Это не гроза, это благодать. Да, благодать, у вас все гроза. Северное сияние загорится, аж надо любоваться и дивиться. С полночных стран встаю заря, вы все думаете, к ней-то или к мору. Или там комета пролетает, это ж глаз не оторвать. Звезды-то уж пригляделись все одно и то же. Это новое что-то. Наделали вы себе пугало всего, народ. Я вот ничего не боюсь. Кулигин, как ты? Что это было? Слушай, Борис, пойдем отсюда. Пойдем. Я тебя в больницу отвезу. Не хочу в больницу. Вот кренделя-то развел, умник. Есть что послушать, нечего сказать. Вот времена. Учителя-то какие появились. Все в огне будете гореть, не угасите. Братья, ты аккуратно там ступенька не спадай. Гиена огненная! Гиена огненная! Гиена огненная! Гиена огненная! Гиена огненная! Гиена огненная! Что прячешься? Нечего прятаться. Видно, боишься. Помирать-то не хочется, пожить хочется. Как не хотеться? Ишь, какая красавица, а? Красота. А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то. Красота-то ведь погибель наша. Себя погубишь, людей соблазнишь. Вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех введешь. Молодые на поединке выходят, лупят друг друга весело. Старики старые, благочестивые, об смерти забывают, соблазняются на красоту-то. Отвечать кто будет? За все тебе отвечать придется. В омут лучше с красотой-то. Да скорей, скорей. Добрый день, матушка Александра Пафнутина. До свидания. Ой, Марфуша, что-то мне так спину ломит. Видно, грози. Давай это. Может, по рюмочке махнем? Пойдем. Гиена огненная! Гиена огненная! Кать, пойдем! Гиена огненная! Казверная! Расскажу ему! Да что ты маешься-то все? Встань лучше, помолись. Легче будет. Не могу больше врать! Тише! Ну что же ты, стой! Тише! Ну, стой! Тише! Тихон! Стой! Все сердце взорвалось! Сумасшедшая! Не могу я больше терпеть! Сил моих больше терпеть. Матушка!
тебе ли я клялась? Не тебе ли я клялась, что ни на кого не посмотрю без тебя? Не тебе ли я? Не тебе ли я клялась, что не посмотрю ни на кого без тебя? А знаешь ли, что я беспутное дело? Не надо, не надо. Не говори, ты что, мать здесь? Ну, ну, ну. Говори, Коля, начала. Все 10 ночей я гуляла. Брось ее. С кем? С Борисом Григорьевичем. Ну что, сынок? Куда воля-то ведет? Говорила я тебе, так ты не слушал. Вот и дождался. Обидела она меня. О, позорила семью нашу. Оскорбила. Кощунница! Кощунница! Катя! Катерина, как тебе? Как? Дома. Под замком. Депутатша, барыня, заявление в участок подала. Дескать, похвалялась Катя публично в церкви, что любовника себе завела. При муже. Вызов обществу. Оскорбление чувств верующих. Под домашний арест присудили пока. А там, кто знает. Может, и срок дадут. Это я слышал, Тихон. А вот по городу темные слухи очень ходят. Что Кабанова барыню подговорила. А та воспользовалась своим положением и вписалась. Понимаешь? Дела у них общие. Весь город знает. В интернете куча роликов висит. Вон, мать говорит, ей надо... живой в землю закопать, чтобы она казнилась. А я ее люблю. Люблю я ее, блин. Мне ее жаль пальцем тронуть, Кулигин. А мать ее поедом ест. А она все ходит, как тень какая. Безответная. Да и деваться-то ей некуда. Не уехать даже никуда. Из дома ей выйти нельзя. Запрещено. Браслет электронный на ноге у ней. А я все пью. А Борис теперь что? А его под Люку крестный постарался выхлоптал в армию забирают. Да, во флот. А потом... потом, глядишь, и в Сирию отправят. На войну. Все. Повестка есть и паспорт забрали у него. Враг! Враг он у меня, Кулигин, понимаешь? Разорвать его надо на части, чтоб знал. Нет, Тихон. Врагов своих прощать надо. Ой. Иди с матерью с моей поговори. Ага. Что она тебе на это скажет? Ой, вот так вот. Все наше семейство теперь. Кулигина развалилась. Вон Варвара мать точила. Та не стерпела. Взяла, да и убежала из дома. С Кудряшовым, с Ванькой все, говорят, уехал. В Польшу. Кажется. Тихон! Тихон! Что? Дома у нас беда. Что? Что? Какая беда? Да Катерина! Что? Умерла, что ли? А? Да ушла куда-то, не найдем нигде. Тихон! Что? Что? Как ушла? А? Кулигин! Кулигин, братан, надо искать и убежать. Кого? Да Катя. Катя из-под домашнего ареста убежала. Скорей! Бежим. И что же он теперь, бедный, делает? Телефон у него отключен. Куда ж ты пропал? Смеются надо мной. Издеваются. Презираются.
тетя Сидача погуляла. С кем? С Борисом Григорьевичем. Да что мне до них? Говорят, смертная казнь была. Бросили бы меня в Волгу. Я бы рада была. А так, браслет на меня надели, как на собаку. Для чего мне теперь жить? Если б с ним, так и радость была бы. А душу-то я свою все равно мучиться-то. Для чего теперь жить? Вот если б с ним попрощаться. Боже мой. Катя. Ну, постой. Постой, как же ты теперь из дома-то ушла? Ты ж под арестом там. Ну как? Нет моих сил больше быть там. Не могу. Взяла и ушла. А что же теперь с тобой будет-то? Да не знаю, что будет. Поймают, обратно вернут. Уезжаю. Куда? Далеко, Катя. В армию забирают. Дядя постарался. Попался я. Так давай убежим. Забери меня с собой, давай вместе уедем. Нет. Нельзя, Катя. Документов нет, некуда нам бежать. Я отпросился-то на минуту, хотел только лишь с местом нашим проститься. Все решено, машина за мной приехала. Надо покориться. Тогда возьми меня сейчас, прямо здесь. В последний раз, трахни меня! Хватит! Я же говорю, в армию забирают! Надо покориться. Ну, Бог с тобой. Ты как поедешь, где увидишь, ни одного нищего не пропускай, ладно? Каждому подай да прикажи молиться за мою грешную душу, хорошо? Поезжай. Нехорошо то, что ты задумала. Ничего не бойся. Езжай с Богом. Прощай.
мать моя, я ее вытащу! Или сам брошусь, я не могу без нее! Не пущу, даже не думай. Из-за нее ты себя губить, стоит она того. Мало мы срама от нее натерпелись, еще что задумала. Пусти! Без тебя есть кому. Прокляну, если пойдешь. Да хоть взглянуть ты на нее! Вытащит, взглянешь. Вот ваша Катерина. Делайте теперь с ней что захотите. Тело ее здесь забирайте. А душа ее, она не ваша. Она перед судьей, которая милосерднее вас. Катя! Катя! Полно! Об ней плакать-то грех. Да это ты ее погубила! Ты! А себя не помнишь? Забыл, с кем говоришь? Ты ее погубила! Хорошо тебе, Катя, а мне-то зачем жить на этом свете, мучиться? Ну ничего, да вам поговорим. Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу. Марфа Игнатьевна, мы все вам очень сочувствуем. Расскажите, как все это было. Тяжело. Хотел, чтобы люди услышали мой новый трек «Перпету мобиле». Денег, правда, на клип я так и не нашел. Но не теряю надежды. Вот какой сударь у нас городишко. Вот вам бульвар, там гуляют, в чем фишка? Гуляют по праздникам и неспроста. Наряды показывают только туда. Только пьяного приказного встретишь. Из трактира домой идет. Бедным гулять, сударь, некогда. Их день и ночь работа не ждет. Эй, и спят-то всего по 3 часа в сутки. А богатые в здравом ли рассудке? Но чтобы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом и не размышлять, так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты. Собаки спущены, клыки оголены. Не богу молятся и не делают дела. Не от воров закрылись, а от глаз народа. Перпетум мобиле, сударь! Перпетум мобиле! Перпетум мобиле, сударь! Перпетум мобиле! Эй, перпетум! Сударь, перпетум, а, жара. Как они своих домашних и семью тиранят. Сколько слез за заборами скрывают. Да что вам говорить, сударь, эй, сами можете судить, сударь. Эй, и что, сударь, за этими замками разврата темного до пьянства. Мы же понимаем, и все шито докрыто. Никто не знает никого, не смущает, или только Бог знает. Перпетум мобиле, сударь, перпетум мобиле, жара. Перпетум мобиле, сударь, перпетум мобиле, жара. Перпетум, сударь, эй, перпетум, жара. Да и что за секрет, кто его не знает? Родственников грабят и сирот не скучают. Племянников заколотить домашних так, чтоб ни о чем писнуть не смели, как собак. Вот и весь секрет, ну да бог с ними, эй. А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни, да, девушки мечтают, эй. Так эти усна воруют часик-другой. Ну и гуляют парочками, наслаждаясь жарой, эй.
наслаждаюсь жарой. Перпетум мобиле, сударь, перпетум мобиле, жара. Перпетум мобиле, сударь, перпетум мобиле, жара. Перпетум мобиле, сударь, жара.